Привет, друзья! У меня для вас хорошие новости. Мы открываем новый сезон турнира Гоха Грааль Кап Hearthstone Heroes of Warcraft. Турнир открытый, принять в нем участие может кто угодно из зарегистрированных у нас на форуме. Он будет включать в себя групповую стадию и плей-офф. Регистрация начинается 14 июля, состязания начинаются 21. Регистрация, как я уже сказала, проходит с 14 по 20 июля. Чтобы зарегистрироваться, нужно пройти на специальный сайт hs.goha.ru, там правильно заполнить и внимательно свой игровой профиль, после этого нажать на ссылочку «Записаться» и стукнуться в скайп к одному из наших организаторов. А теперь следим за рукой. Подтверждение участия 20 июля, старт группового этапа 21 июля, старт плей-офф 24-го. Все соревнования будут проходить с 21 по 28 июля на европейском сервере в формате 1 на 1. Рубилово начинается в 8 вечера и до полуночи по Москве. Ну и самое приятное – это призы. Их нам предоставила компания Asus. Это три крутые видеокарты, которые получат те, кто займут первое, второе и третье место. Еще раз, на всякий случай – все подробности о записи на турнир, о ходе его проведения и вся остальная информация на сайте hs.goha.ru. Удачи!